Ну, в общем, получается вот такая ерундовина. Здесь мы победили, пробили проход. Только я не знаю, куда лучше лететь, влево или вверх. Ну, давайте в левую сторону полетим. Посмотрим, что у нас с левой стороны. Хотя, честно говоря, я думаю, тут и снизу как бы неплохо было бы проверить, что внизу находится. О, тут еще как бы и друзья к нам поналетели. Нежданчиком. Они вообще понимают, вообще куда они попали. Они сейчас такой экспириенс получат. Куда это мы сматываемся? Не-не-не, мы никуда выходить не собираемся. Мы нормально себя здесь дома чувствуем. В смысле, он вообще убился? То есть они уже были немножко подбиты, они уже были ранены. Смотри, после них пооставались какие-то бонусы нам. Защитные шипы мы собрали. Опять бой. Опять эти придурки налетели. Да что ж вам дома там не сидится? Посмотри, главное, мы, получается, идем в нужном направлении. Я не понимаю, сколько их там скопилось штук. Все, еще минусанули. Давай, лети, забирай. И ты вот эту штучку забирай. Так, здесь стену пробиваем. Это вообще даже не обговаривается. Здесь мы сразу все это сделаем. Я же даже знаю, куда ты летишь. Ты хотел транзитом вот здесь вот пролететь ко мне туда на базу. Ну как, даже не ко мне на базу, но вот те мои края, в те мои степи. Есть, это мы сделали. Это мы победили. Так, выходим в большую карту, в режим большой карты. Передвигаем своих друзей сюда. Бляха-муха, я уже вижу, что эти двое двигаются в нашу сторону. Давай, собирай. Не успели. Блин, они как-то так медленно двигаются, так ужасно. Фу, наши организмы атакованные. Да, я... В смысле? Вы вот сейчас серьезно? Но они почему-то сразу взрываются. То есть они не остаются жить у нас. Вот это меня больше всего пугает, смущает. Не знаю, как правильно сказать. А червяки-то пролетели дальше. Они там сейчас могут шухера наделать. Да, вот они захватывают еду. Ну и куда вы поплыли, дятлы? Сука, меня в ответочку стрельнул. Сволочь. Ха-ха-ха-ха. Ладно, не будем на этих хороших людей, хороших детей обращать внимание, да? Или обратим? Им тут, в принципе, немножко осталось. Но
Но, кстати, почему-то, когда они появились здесь, у меня бой не начался. Хотя мне казалось, что в любом случае начинается бой. Так, ну все, минус два. Два строителя. Все, спим спокойно. Давай, уже пора на следующую локацию передвигаться. Уже застоялись мы здесь с вами. Да, я думаю, сейчас что-то может получится или нет. База, 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 база. Отстреливаем. Ух ты, ё-моё, как же все плохо. Как же так можно было залупить? Все, этих минусанули. Супер. По червям сейчас определимся. Кто будет кого насиловать. Давай здесь стой. Да, пузырик пусть всех ловит. А мы потихонечку будем отстреливать турельки ваши. И ваших... Блин, успели, успели, успели улететь. Давай, 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 заселяйся. Заселились, отлично. Держим, держим, держим строй. Да, минус, 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 супер. Слушай, со строителями, конечно, намного все проще. Ах, прозевал я этот момент, все. Летит бомба. Спаслись каким-то образом. А наша турель стреляет вообще? Да, куда-то там попадает, нормально еще. Все довольно-таки неплохо, все срабатывает. Так, кто из нас, кто из вас стреляет по нам с ракетницы? Так, я хотел бы, наверное, сейчас разрушить немножко ваш домик. Поэтому начнем мы, наверное, с него. Отлично. Вот этого дурачка тоже надо заселить. На землю обетованную. Ой-ой-ой-ой-ой. Сдерживаем, сдерживаем, сдерживаем натиск. Ладно, что-то сдержали, что-то не сдержали. Это уже такое.
Сейчас распадется наш домик. Надо его сразу же заселить. Давай, 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 турельки, турельки, ставьтесь быстрее, потому что времени нет. Опа, я понял. Сюда. Ну, в стоячую мишень, конечно, очень легко попадать, на самом деле. Это тебе не та, которая там движется, постоянно в движении, да? А здесь что, она стоит на месте и, в принципе, норм. Ты берешь ее, отстреливаешь. Сейчас самое главное базу снести им. И я думаю, все будет решено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 вниз, вниз сюда. Звездец. Вот это мы сейчас словим бонус. Но базу они не хилят, они не чинят ее совсем. Не-не-не-не, друзья, это мой шарик. Все, я не успел. Нет, все, все нормально, нормально, они не заселили ее. Держимся. Нет, рано, рано, рано. Точнее, уже поздно. Уводим. А как она так взрывается? О, ни хрена себе он тут выпустил. Ни хрена себе. Он тут выпустил. А мы сможем добить их или нет? Или все? Или шар потеряли? Да, шар потеряли. Это очень плохо. И еще сверху летят. Хреновая стратегия была выбрана. Очень-очень хреновая. Есть. Дом развалили. Дом развалили. Дом теперь не сильно там будет нам мешать. Жесть. Вот и все. Вот мы и отхватили минус один. Но он опять его захватил. Обалдеть. Они все толстые там плавают.
Будем сейчас расширяться вот таким способом. Пытаться, по крайней мере, это сделать. Все, у меня минус. Нет, все нормально, держимся. Иди сюда. Выходи из тени. Кукины дети. Пиздец. Давай пытаемся строить турели. Надо все-таки отбивать вот эту территорию. Надо ее как-то отбить. Несмотря на то, что у нас здесь минус один. Медленно, 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 пацаны. Все, есть, отбили. Отбили, отбили, отбили. Забирай, забирай шар. Все, вот я вижу жертву. Ах, надо защитить своих. Жаль, жаль, очень жаль. Я так хотел тебя добить. Значит, добьем твоего дружка. И все мимо. Нормас. Нормас, нормас, нормас. Держимся. Заходи сюда. В атаку. Ой, да ты вообще молодец. Еще и в мою сторону пошел. Вообще почет и уважуха. Спасибо большое за расширение наших границ. Очень великолепно все. Очень хорошо. Кстати, а что ты не достроил? А, или не пробили ее? Ну, я думаю, вот этому сейчас дружочку будет худо. Если я попаду, конечно. Вот этого вообще добить бы. Ладно, не будем за верхним лететь. Я так понимаю, все равно на всех мы распылиться не сможем. Но хотя бы какую-то часть мы вот заберем отсюда.
Ой, как хорошо, как вы распыляетесь хорошо. А помните, как вы меня вот здесь вот, да? Все. Прошло ваше время. Да, надо, короче, увеличивать ихний объем сразу. Как только попадаем в эту зону, надо сразу же увеличивать. Блин, сколько здесь ресурсов? Неужели это все можно будет собрать или нет? Минус домик. Мы за тобой идем. Вот и все. Все злодеи повержены. Осталось только дерево добить и все. Так, все, летим сюда, плывем, летим, не знаю как правильно. И вот эту всю ерунду собираем. Может, что-то здесь будет нормальное, прикольное. Хотя я, честно говоря, не вижу здесь ничего такого интересного для нас. Так, 3000, 3000. Этим мы можем свободно сейчас воспользоваться. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно, чтобы вы построили здесь... А куда ты поплыл? Так, ну турели, я так понимаю, мы можем свободно уже сносить. Да, они на порядок дешевле становятся. Но здесь-то врагов уже быть не может априори. Так, у этого отсчет времени пошел. Здесь что я хотел сделать? Здесь я хотел построить дерево. Здесь я хотел построить второе дерево. Так, пацаны, давайте, давайте, давайте. Ускоряемся. Нет времени ждать, нет времени объяснять. Начинаем работать. 34 секунды. А, этот полетел сдавать ресурсы, которые собрал. Где-то здесь, походу. Блин, что вы чудите? Один может сюда перейти работать или нет? Чтобы вы друг другу не мешали. Вот. Вот так. Так, забираем нашего дружочка в отряд. Вот только почему-то у нас отряды у нас работают только на глобальной карте. Подбитого нашего кореша. Они хотели отсюда заплыть? Да ну. А, смотри, мы можем здесь освободить территорию. Три штуки, да? И все будет окей. Все, сейчас этим займемся, кстати. Точно. Смотри, здесь пузыри пустые. Блин, надо сейчас сразу сюда сначала. Потому что вверху стену мы разобьем. Это в любом случае однозначно. Но нам надо сюда. Все, сейчас вот этих вот зарождаем. Дружков наших. Thank you.
сначала себя накормим немного. Увеличим наши объемчики. Его везде уже так немножко добавили веса. Отлично. Сейчас вот этого нижнего еще немножко подкормим. Блин, но они не успевают насыщаться. Ладно, короче, я понял. Давай, вот этих сначала. Уже смотри, они уже без ничего остались. Там была стена нормально уже пробита. Нам немножко оставалось. Давай сделаем, как везде мы делали. Отведем немножко наши войска. Может, нам придется подстраховаться турелями. Ну, кстати, да, минералы вообще пропали. Я, честно говоря, вот не понимаю смысла в минералах, если их абсолютно не дают на карту. Такая своего рода бесполезная вещь. Все, переходим на глобалочку. На глобалочку. И я вижу там врагов. Я вижу как минимум турель. О, и турель, и враги есть. И все, что нам надо. Все, что мы хотели с вами. Две турели. И база. Да, будет тяжеловато нам. Все, здесь мы минусанули. Там они захватили. Вот это здесь сейчас будет бой. Давай, 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 налетай, налетай на меня. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Кто там следующий? Червей еще не выросла. Капец.
прозевал этот момент, когда нас вынесли. Блин, а где все подбитые лазят? Я не понимаю. Вот, есть минус. Я уже вижу этот минус. Ты посмотри, он уходит постоянно. Давай. Держимся. Опа, жестко началось. Началось вторжение. Нельзя терять. Есть. Ну тут как бы выбор такой очевиден. Блин, нам червя развалили. Успеем? О, да, мы тут успели как бы. Отразить атаку неплохую. Они к нам подплыли. Я не успеваю сориентироваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, забирай шар. Нормально, держимся. Шарик забрали. Вот и хорошо. Их поднакачали. Дальше атака следующая. Кстати, я бы, наверное, турель бы снес бы с удовольствием бы. Потому что она на самом деле очень сильно мешает. Ой, а что, уже не так весело без турельки, да? Вот этот минус, это мой мячик. Я согласен, потерял, но мы сейчас сразу его заберем. Thank you.
Шикарно, шикарно отстрелились. Вот это мой все. А, нет, там полторы было. Полторы деления. Ну, в принципе, мы все равно его одолели, я так понимаю. Сразу пробиваем следующий шар. Еще минус один у них. А где меньше энергии? А вот верхний. Ой, этот так, так хорошо летит на нас. Ох, согласен, здесь немного с ракетой мы не угадали. Нижний. Он как раз навстречу летит своей смерти. Вот этот. Они все равно не успевают отхиливаться. Слушай, ну тяжелые враги. Это вроде бы как вторая только катка, да? Ой, ну вторая зона после нашей основной базы. Но уже тяжеловато здесь. То есть хотелось бы, конечно, чтобы разрабы немножко баланс такой сделали. Хотя бы человеческий, чтобы нормальный был баланс. Потому что баланс, с балансом здесь, я смотрю, проблема очень жесткая. И вот здесь мы уже приговорим сейчас дерево. Да, здесь мы победили, это логично, это ладно, все. А вот нам сейчас надо будет двери пробить. А, да, и строители сделать, мы строители потеряли. Так, сейчас вернусь. Заранее снес им сразу две двери, чтобы они потом, в принципе, не стояли, не плакали, что у них там что-то не получается. А, у нас уже даже одна наша яйцеклетка реабилитировалась. Поэтому все окей. Так, 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 так. У нас остается еще здесь две локации до нашей базы. Ну, давайте. Давайте попробуем таким же способом сделать это все. Да, я уже вижу мины, я уже вижу сражения. Окей, хорошо. Раз будем сражаться, значит будем сражаться. Хорошо, договорились. Сколько вас здесь? Ну, у вас здесь тоже достаточно, ребят. Давайте хотя бы мину одну снесем. Давай, 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 минус. Есть. И сейчас хотя бы одну на растерзание к вот этим двум минам отправить надо. Потому что в любом случае мы не успеваем. Нам она нужна сейчас. Она как самая первая будет, самая ведущая, которая берет на себя весь огонь. Забрали.
червям, по червям нашим. Нормально, нормально успеваем. А что они там подзависают в этой верхней локации? У них там какие-то проблемы происходят? Или им нравится отсюда становиться? Чтоб я их забирал. Свои владения. Ну, посмотри, они вообще никуда не вылетают. Ага, вижу, гость пришел к нам. Гость пришел, гость ушел. Ну все, теперь сюда. Так, у нас только три... А, четыре червя у нас осталось, кстати. Четыре червя и... И что тут у нас? Да, в принципе, все нормально. Все по чуть-чуть. Давайте разваливать уже. Победа. Ну, конечно, как же без победы тут? Тут только с победой. Можно будет сразу потом вот эту ерунду развалить. Кстати, стену, да? И мы откроем тем самым проход куда-то немножко там дальше нам. О-о-о! Кто это у нас здесь появился? Даже не представляешь, чувак, куда ты залетел. Ну, мы его сразу как бы наполнили, да? Все, сразу видно наш челик. А, тут даже две стены. Ого. Ого. Придурок, ты куда плывешь? Там сейчас тебя засосет. Давайте все вот сюда. Все те, которые самые простые шарики, все вот сюда вот двигайтесь. Так, стены мы сейчас пролупим. Нам сейчас самое главное, что? Нам сейчас самое главное... наладить движение процессов. Вот, в принципе, если четырех с собой брать, вот этих наших товарищей, да, то довольно-таки неплохо все получается. Ну вот опять. Вот кто вас просил сюда приплывать? Или вы хотите, чтобы я тут вообще расширился до такой степени, что вообще... Мне кажется, они хотят уплыть. Они даже не сражаются. Да, они хотят на следующую луку попасть. Нет. Все нормально, бой идет. Они не приняли бой. И один опять присосался к стене. У меня такое впечатление, что их там магнитит. Так, вот этого дружка сюда отправляй.
неугомонные какие-то. Так, все или нет? Они, видимо, смотрят, что я пытаюсь проломать стену, и они пытаются, наверное, как-то воспрепятствовать этому. Ну, это такое мое мнение, да? Я не знаю, насколько это правда. Может, я, конечно, ошибаюсь, но есть такой вариант исхода событий. Ну все, одну добьем, а на остальные сейчас полетим. Я надеюсь, вот в этой локации, которая у нас здесь осталась, да, здесь не будет сильно больших врагов. Почему? Да потому что, в принципе, это как бы вторая лока после нашего основного старта. Да, я здесь вообще, честно говоря, никого не вижу. Ладно, даже не будем заморачиваться. Да, здесь даже некого брать. Здесь все понятно и без этого. Но есть, кстати, есть минерал один. Это уже хорошо. Есть один минерал, значит. Так, ты плывешь сюда. Ты сюда. Сюда. И сюда. И вы там что-то там носите. Я не пойму, почему. Обводка такая желтая. Я что-то пропустил? Нет, я ничего не пропустил. Но почему-то она такого цвета. Это очень странно. Заходим в инкубатор. Да, двоих мы все лишь потеряли. Ну, как бы двоих потерять, это тоже такое количество неплохое. Что мы здесь понаходили с вами? Мы оболочки старые. О, кстати, прикольно. Внешнее все то же самое у нас есть. Ничего нового. Внутренние все те же самые, если не ошибаюсь. По ядрам. Все тоже. Короче, ни хрена нового у нас нету. Так, я думаю, нам надо вот здесь вот закончить наш путь. Это все в минусовой температуре, да? А потом мы с вами перейдем на плюсовую температуру. Мы сейчас возьмем с собой парочку наших гигантов. Вот так мы вас расставим. Потому что, смотри, здесь везде минус 5, минус 10, да, там. А здесь уже начинается у нас плюсовая. Огонек появился, да? Поэтому здесь везде будет плюс температурка. Ну, кстати, у нас что? У нас аж... Где у нас наш отряд еще вот этот находится? А, вот он, все. На всякий случай. Вдруг понадобится помощь. Так, эти все добывают. Эти молодцы у нас. А здесь нам надо проломить двери. Сейчас двери проломим и вернемся. Так, дверь пробили. Поднимаемся на верхнюю локацию. Как раз посмотрим, что там будет у нас. Да, бой будет у нас. Не знаю, насколько сильный. Нет, бой будет слабенький. Я думаю, мы быстренько вытянем это все. Я на это надеюсь.
Давай здесь надо добить ракетницей. Все хорошо, мяч захватили один. Один мяч захватили. Сейчас бы вот этот еще захватить бы. Нет, этот мы не захватим. А, тогда надо турель. Турель надо разбивать. Ух ты, какой смелый. Давай, 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 забираем шарик. Тебя много осталось или нет? Ну все, растаял. Еще минус один шарик у вас. Ребят, мне кажется, вы очень сильно быстро теряете всех. До свидания, до свидания, до свидания. Следующий. Следующий. Давай забираем тебя. А как хорошо. Еще минус. Да что же это такое за война? Успеем? Я надеюсь, ты назад не сдашь. Да. Мы не дали тебе сдать назад. Все окей. Ну, вот и все. Вот еще одна лока зачищена. Здесь плюс, кстати, здесь тысяча еды у нас есть. Это, да, биомассы. А, биоматериал. Все. Хорошо. С этими мы разобрались. А, кстати, надо было сразу поставить червя, чтобы он начал делать дерево. Пусть дерево начинает потихоньку вырабатывать... биоматериал. Ну, где ты? Всё. То есть этот начнет строиться. Этот начнет строиться. А этих двоих мы забираем. Одного. Мы отправляем вот сюда, потому что там есть чем поживиться. А второй идет за нами. Вот в эту локацию, я чувствую. Вот сюда надо нам идти. Да что вы его убить не можете? Кто у нас в балду гоняет? О, уже два червя появилось. Молодцы. Вам скучно, что ли? Они ж вас начнут ракетами сейчас расстреливать.
Этот поплыл куда-то туда, а этот туда поплыл. Чё за бред? Ну все, этого развалили, хорошо. Но этот же куда-то дриснул выше. А, или нет, все, его нету. Все, за него забыли, окей. Так, здесь мы разбираем территорию. Угу. Да, по вот этому, кстати, мы хотели отработать минерал один. А наши организмы атакованы. Где? Понятно. Все с вами ясно, друзья. Ну, сейчас мы немножко накормимся. Нашпигаем себя едой. Чтобы дать вам бой. Сейчас они этот шарик захватят, наверное, да? И нам придется их троих отбивать. Ладно, все, один уже готов к потере. Не-не-не-не-не-не. Это ты, это у тебя плохая идея. Это мое. О, этот еще и в западню попал. Блин, круто. Вот этого разбираем. Ну, в принципе, и этот тоже минус. Честно говоря, с ними очень много времени уходит на эту ерунду. На разбор полетов этих. Звездец. Это когда-то закончится? Ядро стаи? Мы какое-то новое ядро нашли? Мысли. Очень интересно было бы сейчас посмотреть. Ты посмотри, не вышел отсюда. А? Ага, мы тут и стену сразу разломили, да? Хорошо. Раз вас так много, давайте что-нибудь здесь тоже разломите.
Да-дам-да-дам-да-дам. Что у нас идет дальше по плану? А, да, кстати, маленькая комната, в которой никого нет абсолютно. Поэтому не зря мы сюда зашли. Я надеюсь, здесь есть что? Да, здесь есть биоматерия какая-то наша, да? Минералов нету здесь. Кстати, один минерал мы таки уже добыли. У нас теперь их 5. И мы можем построить ту ерунду, которую никогда не строили. Угу. Ничего нового. Все то же самое. Хорошо. Тогда меня больше интересует вот эта вот локация. Здесь у нас все зачищено, зачищено, зачищено. Но здесь, по идее, внизу, ну, наверное, тоже плюс-минус такая же будет ерундовина часа на 4. Смотри, они тут строят что-то. Уберите это. Ерунду эту. Ерундовину. Ну, раз они оттуда застраиваются, значит, у них здесь есть какая-то одна такая крупненькая база. Я так предполагаю. Угу. Вижу, нападение сейчас произойдет. Погнали. Ой, блин, да тут вообще ни о чем. А, тут еще вниз идет лока. Неплохо. Совсем неплохо. Накормились, насытились, а теперь в бой. Еда вас ждет. Так, минералов нет. Ну все, ты остался один. Я думаю, тут как бы для тебя все уже понятно. Сейчас только тебя заберем немножко. И все.
Слушайте, вы тут такие туннели нагрызли, ребята. Кстати, вот все равно, когда двое работяг с тобой, то есть в любом случае становится, ну, вот как-то попроще все. Кстати, смотри, вообще никого нет. Локация чистая. Бери дерево, сразу сажай себе и все. И отстраивайся. Минеральчики, минеральчики. Ни черта. Так, я думаю, можем нижнюю локацию зачекать. Хотя, в принципе, давай вот здесь вот, смотри. Вот эту часть пробьем, она вообще тут пустота сплошная идет. Маленькая комнатка всего лишь. Тем более у нас здесь ресурс просто бешеный. Да, если альтом, то получается же здесь все сразу шабашит. Где тут еще черви наши? Пускайте ракеты. Разбили еще одну дверку. И как раз мы хотим вот сюда и попасть. Я думаю, она как раз... Нет, она не пустая. Смотри, здесь есть враги. Здесь есть с кем сражаться. А здесь есть даже... Нет. Ну, есть нету дерева, это мы сейчас узнаем. Но комнатка вообще манюсенькая. Здесь есть турель и враг. Странно. Это очень странно на самом деле. Для такой манюськи. Угу. Дерево тоже есть. И оно уже нулевое. Так, ну тут нам сейчас надо в любом случае сносить сразу турель. Это однозначно. И, кстати, что-то наши черви сюда не подплыли. Мне это не нравится. А куда ты толкаешься, придурок? Ну, хочешь плыть туда, плыви туда. Меня-то не трогай. Так, все, с этим все ясно стало. С этими друганами мы играемся немножко по-другому. Ну, давай, 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 ракетница. Вы вообще молодцы. Закрывает, закрывает, закрывает. Пытается удержать меня, чтобы я не захватил этот сосуд. Этот организм. Но этот организм будет наш в любом случае. Тут даже как бы не обсуждается.
Даже если мы сейчас протараним вот этот. В любом случае, я сначала хочу забрать этот. Он ближе, в принципе. Ломаем дерево. Так, дружки, вы добывайте минерал. Минус. Так, все, здесь мы победили. Здесь все готово. Ну, теперь у нас одна только дорожка получается, правильно? А, нет, две. Одна сюда вниз, одна сюда. А, думаю, здесь база жесткая. А может и не жесткая. Сейчас отправимся сюда. И как раз мы и проверим, насколько она здесь жесткая или не жесткая. Они уже здесь поставили стену. Уродцы. Да, посмотри, что здесь. Полетели сначала все-таки сюда, зачистим отсюда территорию. Залетаем в последнюю комнатку. Я надеюсь, это последняя. Да, здесь уже нет прохода. То есть здесь нас уже встречают. Встречают. Так, сразу нам надо в любом случае гасить вот этих вот друзей. Потому что они нам очень не подходят. О, как же я сейчас протупил. Как я мог не... Ох, как же это плохо. Как же это все плохо. Давай, нам в любом случае сейчас надо... Надо турель сбить. Сбить все ее желание на нас нападать. Вот эта турель... Да, по червям стреляет как раз. Все, этих отправляем. Я думаю, они дожмурят ее. Ну, по крайней мере, хоть какое-то там внимание мы отвлекли. Плохо. Есть. На тебе. Немножко опустошим тебя. А, кстати, надо накормить своих. Ахахахахахаха. Да, они видят, кто тут слабее. И они пытаются его пробить сначала, дабы уменьшить количество наших... наших... зернышек. Но мы попадаем в это гнездо. В это дерево. Thank you.
Да, конечно, все очень печально. Ладно, ладно, вытягиваем. Сейчас вытянем все. Сейчас все будет окей. Сейчас нам главное дерево сбить. Да, да, мы волну сбили. Отлично. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Все, теперь мы можем свободно добивать вот эту ерунду. Капец, все, минус два червя. Нам тут, конечно, неплохо было бы вот эту штуку зафигачить. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, спасай. Какой он стреляет? В эту стреляет. Угу. Не совсем, не совсем. Да, мы потихоньку добиваем, но очень слабо, конечно. Сейчас быстрее тут мою приговорят. Давай, выдвигайся вперед, у тебя больше всего сейчас энергии. Ну, как-то отбились, наверное. Временно, да? Да, и здесь как-то временно отбились. Опять туча летит. Да, сколько ж вас здесь будет? Да, все. Есть, есть, есть. Турель снесли. Теперь бы нам неплохо было бы снести червей. Строители ваших хреновых. Давай, 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 давай. Жесть. Это просто жесть, и посмотри, что они вытворяют. Давай вот этого придурка. Придурка надо гасить. Они ракетами у нас гасятся. Больно, больно, больно. И, наверное, сейчас уже будет все. Да, очень много мы потеряли. В самом начале, в самом старте. Ладно, будем пробовать. Давайте вот таким вот образом сейчас. Еще эти бульбашки мешают нам очень сильно. О, толпа, толпа налетает.
Ну, я не знаю, получится или нет. Давай, давай, давай. Блядь, чуть-чуть мне не хватило. Успеем. Да, я думаю, успеем. Мы должны как-то постараться это сделать. Забирайте, забирайте, забирайте. Все, теперь хотя бы по ней будут стрелять, и у нас хотя бы будут прикрытия. Это уже огромный плюс на самом деле. Плюс еще одна рождаемость у нас открылась здесь. Нормально, сейчас разберемся. Сейчас со всеми разберемся. Все. Минус дурачок. Очень хорошо, очень хорошо. Я просто не понимаю, почему они везде в других местах не летают. Тут только присосались к этой базе, к основной, к своей, да? И все. О, мы загасили еще одного. Все, я думал, нам уже конец. А в принципе, все еще не так уж плохо. Все не потеряно. Да, 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 стреляй. Это мы в любом случае всегда сможем возродить. А эти у нас потихонечку, я не знаю, они хилятся во время боя или нет. Если хилятся, то классно. Все, минус. Так, здесь. Ой, как хорошо. Не-не-не-не. Это мой шарик должен быть. Скотина, я не успел. Я его провтыкал, честно. Вот просто провтыкал. Ну, раз ты уплыл за базу, значит сейчас за тебя будут гребать твоя база. Да, самое главное, что мы этих своих не потеряли никого. И остались живы, здоровы. Все, отправляем теперь все на центральную часть. Можем даже на эту отправить. Раз она такая смелая, решила к нам в тыл зайти. Ну, центральная база, видишь, пытается что-то как бы сделать. Я не думаю, что ей это чем-то сейчас поможет. Сейчас мы ее заплюем всем возможным. Ну вот и минус. Все, все, теперь мы здесь боги. Даже не хватило сбить один шарик. И тот он, ну если я не ошибаюсь, он и так был подраненный. А у этих даже сил не хватило его сбить. Забираем инструменты.
Ну а почему ты не забираешь? Подожди, подожди. А, или это обычный шар? Что это за ерунда? Они, видишь, сами по себе лопаются тоже. Ой, я думал, это запчасти от наших друзей. Нет. Не успели вы. Не успели, словили бомбочку. Так, ну у нас остается только вот это. Теперь база. Победа! Да, мы завершили эту миссию. Забираем наш инструмент. Все, что мы тут добыли честным путем. Кстати, такой штуки у нас не было. Смотри, что-то новое у нас появилось. А ну-ка, давай посмотрим. Вот это последнее, то, что мы с вами подобрали. Опа, куда оно делось? Так, оболочки, ладно, оболочки понятно. Все стандартные. Это есть. Это есть. Да, как-то непонятно немного. Ладно, я думал, там мы что-то новое с вами открыли. Так, продолжить. В общем, я пособирал, получается, вне видосика все ресурсы, которые у нас были на карте. И так как они не переносятся, эти ресурсы биоматерия это на новый уровень, я решил их потратить на запчасти для наших организмов. И мы, в принципе, ненужные нам запчасти свободно сможем потом продать уже на новой карте. То есть запчасти у нас переносятся, мы их можем инвестировать потом, а, к сожалению, биоматерия нет. Поэтому сейчас соберем те ресурсы, которые мы тут можем собрать. Все мы удачно с вами пособирали. Так, по карте я хочу вам показать, что у нас получается. У нас по карте получается, мои челики до сих пор могут собирать вот эти ресурсы. И я их могу тратить потом на запчасти. У нас был один босс. Вот здесь. И второй босс у нас был вот здесь. В принципе, как бы ничего тяжелого, но есть все равно дилемма, есть чаша весов такая, да? То есть смотрите, в принципе, пацаны опять поплыли за биоматерией. И мы опять с вами можем начинать то же самое отстраивать. То есть это, в принципе, я не скажу, что это может как бы длиться вечно, но в любом случае у тебя есть возможность хотя бы вот эти запчасти забрать с собой. Так как у тебя конструктор организма, он у меня уже 9 страниц. То есть я насобирал всякой всячины. И я уже знаю, что на следующем уровне я, в принципе, могу свободно себе там что-то там отстраивать, застраивать. Уже более-менее нормально, с нормальными ресурсами все это будет у меня. У меня мои организмы будут уже хотя бы пяточек, их будет довольно-таки сильных. Так, ну, пора тогда переходить уже к новой миссии. А на сегодня я с вами прощаюсь. Целую, обнимаю, приподнимаю. До завтра. Пока-пока.